Александр Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Так, здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала, я Мастер Квартира 1. Сейчас уж, собственно говоря, ну, все легли спать, и я... А я тут решил, короче говоря, запилить немного видосика по поводу Тропика 6. Вообще долбанная винда 10-я скотина. Она меня... Я днем уже записывал. Вот. Долбанная винда, короче говоря, решила обновиться. И в итоге полностью нахрен подсадил этот компьютер. В общем, он завис. Не справился вообще ни с чем. Вот. Ну и естественно... Ой, прошу прощения. Вот, естественно, ни с чем, собственно, ничего точнее не сохранилось. А я уже много чего построил, много чего рассказывал. Рассказывал еще в пустоту. Вот. И, в общем, я этот Windows уже ненавижу. Так. Не, знаете, такая двоякая на самом деле. С одной стороны прикольная, ну, десятка, а с другой стороны вот эти вот ее обновления, при этом я ее уже написал, что, точнее, сказал, что не надо мне обновлять, не хочу обновления, она все равно тупо все равно скачивает. Но я, правда, в интернете нашел такую хрень, когда запретил папку, куда она скачивает. Вот, и она теперь меня единственное, чем достает, это уведомление, пытается все время закачать на компьютер. Вот, а так как происходит такое циклирование, ну, постоянное, и, в общем, комп иногда так просто зависает ужасно. Особенно если что-то в нем включено, если много всего. Так, так, бонус 700 чего? А, тут еще бонусы. Ох, по 6000 мяса. Нифига себе. А у меня, по-моему, уже тут мясо есть, да, я 6000. Ну, давайте, с мяском можно, конечно, сейчас попробовать им отправить вот так вот, да? Да. Ну давайте попробуем все-таки мяско еще раз отправить. Значит, первое, что... Так, сейчас запущаем. Первое, все равно скорость. Что я построил? Значит, здесь очень много всего построено. Здесь пожарка. Ну, с последнего раза я построил несколько ферм. Здесь вот у меня я парковку построил. Здесь возвел вот такие два домика, я не помню, с прошлой серии я... Или я в прошлой серии уже возводил эти домики. Здесь у нас инженерная компания. А, новый, значит, построил компанию перевозчиков, потому что те 4 не справляются. И у меня есть идея ее апгрейдить. Это вот вечернюю смену. То есть, ну, как видите, у меня денег сейчас вообще хреново с деньгами. Но я планирую вот эту вот вечернюю смену включить и тем самым увеличить очень большой поток перевозов, потому что вот видите, много всего набирается, а ничего не успевают перевести. Ну и здесь поставил два рудника, один железный, другой с угольным. А угольный у меня еще там есть, но я подумал, а что, собственно говоря, да? Так, ух ты ж, извините, можно я пройду? Да ладно, серьезно, ты завис. Ну ты крендель, а. Вот это, слушайте, вот это баг. Да. Ну ладно, он в принципе помрет. Да. Когда он есть захочет. Или он уже есть хочет. Да? Ну да, скоро, короче говоря, замерзнет или... Да. Какую-нибудь лихорадку подцепит и в итоге, короче говоря, помрет и освободит место для других наших работников. Так, у меня, во-первых, у меня вот здесь некоторую политику надо внести. Я пережил все-таки первые независимые, так сказать, выборы нашим сейчас нашей республики. И знаете, с каким, в общем, было 29-29, вот, так что я не ничего. Вот, и Пиноккио мне сказал, что брали президента, мы были на грани
А я уже все, чемоданы приготовил, лодку уже запаяли, моторную, чтобы быстрее свалить. Но это все обошлось. Так, мы сделаем счастливое детство, пусть оно у нас всегда будет. Так, дальше что у нас? Требует исследования, так, профессиональная солдация, так, права курс. Вот, ну, я тебе уже, так я же тебе дал вот это, да? Все же. Или ты что-то еще от меня хочешь, да? Странно, политика занятости, ну... Как тебе два раза, три, сколько тебе раскликнуть, чтобы ты понял, что у тебя вот она, политика занятости. А, подтвердить. Ну, господи, блин. А я все думал, чего он от меня хочет? Отношения в фракции. Ну, я вот накопил уже 7000 шейкинов. Ну, я почему-то шейкели их называют, шеве. Ну, я не знаю такое, что же такое шеве. Ну, я их шейкели. Откуда это слово я взял, хрен его знает, но оно мне понравилось, я его стал вот их шейкели называть. Так. Хреново, что у меня... Да ладно, серьезно, вы... А где вы? Не показывает, где у меня восстание. Торговый путь, у меня вот нужно торговый путь сделать срочно. Нефть произвести, радиостанцию построить. А, и да, и у меня, видите, 2070 дней для, на то, чтобы удовлетворенность жильем. А я жильем не могу сделать удовлетворенность, потому что у меня тупо нет денег сейчас. То, что вот эти кораблики приезжают, привозят, ну, что-то забирают, оно, конечно, круто, но при этом в чем проблема? Это в том, что у меня мои грузчики, ну, вот идет, которые, да, как они, перевозчики, они не успевают. То есть они привозят чуть по чуть-чуть. А у меня здесь куча-куча надо, ну, представьте, ну, там, по-моему, один из у меня основных. Мясо 6 тысяч нужно, кстати, продать. Какао по 5000, 6000 шерсти, еще вот еще 6000, да, я тут взял этот контракт. Но они тут привозят, знаете, ну одна машинка там везет там 300, ну не знаю сколько там, ну где-то такое маленькое, в общем, количество, и при этом... О, стоп. А ну-ка давайте-ка, о, у меня как раз есть... Сможет увеличить? Вот я хочу понять, 6 это прибавить сейчас 6 или... О, слушайте, классно. Да, на 6 этих... О, слушайте, вот сейчас они точно должны все у меня увозить. То есть много-много производств, да, везде нужно. То есть от из фермы сюда отвезти сахар, отсюда забрать ром. Ну, естественно, они... их мало, и они не успевали. А мы с вами это сейчас дело... исправим. Я, слушайте, чтобы поднять, да ладно, серьезно, напал кто? Стоп. Ах ты ж сука. Блин, слушайте, а у меня-то же нету ничего. Ни сторожевой башни. Ну давайте посмотрим, чем это закончится. Интересно. Слушайте, если я сейчас войну проиграю, то тогда я единственное, что я сделаю, это непосредственно сразу же построю сторожевую хрень, короче говоря, башню. То есть, а видите, сейчас увеличивал этих. Ну, да ладно, серьезно. Oh.
А у меня же дворец больше... А, блин, надо больше стражников было. Нет, серьезно, мы что, проиграем эту битву? Или мы все-таки выиграем? А по-моему, мы все-таки проиграем. Нет, слушайте, его. У нас. Мне нужно выпить. Так. Давай, 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 отстреливайся. Так, блин, хотя бы какой-нибудь кораблик придешь? Во, давай, давай, приезжай сюда, кораблик, и мы с тобой сейчас денежкой заработаем быстренько. Сири, блин, слушайте, а у нас точно сейчас? Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, денежки. Нет, серьезно, блин, нам денег не дадут, походу. Да, мы мало привезли. Ты как-то наши, знаете, вот эти стражники, они как-то, ну, странно, на самом деле, они очень плохо воюют. А ты где вот, кстати говоря? Ты вот, а ты почему здесь вот, вот объясни ты мне, пожалуйста, какого хрена ты тут ходишь, а? То есть там за тебя братья воюют, а ты тут типа пьешь пунш и это, хренью страдаешь, что ли? Блин, жалко, нельзя это назначить его куда-нибудь. Так, понятно. Слушай, ну я надеюсь, мы сейчас это все. Так, вот этот у нас, да, еще кораблик плывет, но боюсь, что нам денег-то особо не принесет. И да, и похоже, мы все-таки потеряем мы пожарную часть. Это плохо. Да, и ты здесь, что ли, еще у меня атакуешь? Сука. А, то есть только и одну важность можно, да? Я так понял, да. Важность у нас дворец. В первую очередь это дворец. Остальное мы, если что, построим. Так, ну давайте чуть-чуть побыстрее, что мы сделаем, а? Побыстрее, точнее, вот. Мне нужны бабки, для того, чтобы сторожевую. Вот с какого хрена перепугу они напали на меня? Вот это вот интересно, кто это такие? 12? Ты серьезно? То есть вот так вот, да? Это вы кто? Отдыхает, не равно рослый для работы. Слушайте, это что, тропиканит, что ли? Стоять. Сейчас, стоп. Моя жизнь тосклива, но в душе слишком безрадостно, чтобы... Шутки в Советской России такие старые, над ними уже можно не смеяться. Нет. Ну, так, так, так. То есть получается, у нас что, восстание сделано? Ах ты ж сука. А? То есть получается, кто-то у нас восстание поднял, да? Так, хорошо. Так много дел. А вот можно как-то... Вы пойдете или вы будете дворец защищать?
А куда вы стреляете? Не совсем понимаю. Да, как-то странно, знаете, вот эта боевка не совсем для меня понятно, кто куда что стреляет, как вообще эту отправить какой-то отряд надо, наверное. Подождите, а где у нас вооружение? Так, сторожевая атакует вражеский отряд во время военных конфликтов с некоторыми игроками, может раскрыть тайные роли. Ага, вот, нам нужно вот эту хрень, да, сторожевую башню. Угу. Или пехоты. Слушайте, ну, наверное, башню. Да, она стоит... А, слушайте, ну по 600 она там стоит. По 1000, точнее. Можно 2-3 штуки сделать. Слушайте, ну, давайте... Сейчас я, честно говоря, ненадолго прервусь и к вам, как говорится, вернусь. Вы знаете, такая... Интересная вещь. О, я сейчас перезагрузился. Ну, поставил перезагрузку на последний момент. И у меня почему-то нету больше так называемого восстания. Почему-то у меня все прекрасно, все работает. Единственное, нужно вот это отремонтировать. Ну, вот стоит 2000, да? Ну, поломанное. Да, серьезно, ты тоже поломана. Блин. Но появился пожар. То есть, понимаете, да? То есть вот ушла угроза нападения, они. То есть я перезагрузился, уже нет нападения, оно уже прошло. Ну, типа прошло, я не знаю, как это объяснить. Пропали военные, ну, солдаты, видите, ну и пару строений у нас нужно отремонтировать. Ну, такая вот. Так, стоп, а это кто у нас тут? Потонул какой-то корабль. Странно, странно. Необъяснимая для меня вообще метаморфоза, которая произошла сейчас. Так, хорошо, так. Слушайте, сколько у нас этих переводчиков, и все, блин, халяву давят. Да, надо больше переводчиков. Если меня сейчас не будет... Так, а можно какой-то кредит тут взять? Слушайте, я вот не помню, по-моему... А, мы с осью, блин, ну вот кто на нас, скорее всего, напал. У нас плохие отношения с ними. Не хочу вас напрягать, но решение мне нужно как можно скорее. Угу. Мы, конечно, можем шейки или перевести. Но смысл 4500 получить при этом, но... Да, не то не сё. Как говорится, да, помните выражение, эта сумма не спасет от русской демократии. Да, в данном случае меня вот этот 4,5, они просто как-то ни туда и ни сюда. Так, понятно. И у нас, ну и как вот этот у нас как следствие, да, вот у нас было 3 нападения. Это лесопилка, это дворец. А, идет ремонт, я понял. Ну да, 3 строения. Раз, два и лесопилка. В общем, у нас из-за этих козлов ни денег нету. И еще и эти не работают. Блин, пожарка, потому а у меня уже тут он вовсю. Блин. Вовсю пожар. Да.
Давайте вот так вот поставим приоритет. Ну. Вы чё, серьезно? Вы не хотите ничего покупать у меня? Да ладно. Слушайте, либо это глюк. Я вот, честно говоря, не понимаю. Сейчас уже, то есть тогда я не понимал, почему меня никто не отбивался, да? Вот у меня здесь есть 4 чудика безопасности. Либо они не выходят, либо они постоянно здесь сидят, а только здесь. Но при этом у меня никто не привозит. Товар не везет, да, вот эти перевозчики. И в то же время не. Ну да, слушайте, походу никто ничего не возит. Слушайте, ну бред. Я-то один какой-то поехал. Не, вы серьезно? Вы что, издеваетесь, что ли? Главное, они один пришел сюда и ушел почему-то. Ну да, один здесь ездит. Здесь вообще никого нету. Один тоже почему-то ездит. А, вот он завис еще. Видите, тут еще зависло. Так, понятно. Ну, как говорится, бета, да, что с нее взять? Это еще не релиз, напоминаю, поэтому здесь иногда вот такие, как говорится, лаги случаются. Так, секундочку. Да, в общем, немного переиграл, поскольку там непонятно. В общем, короче говоря, всех не понятно, я сейчас делал другое. Я открыл сторожевые башни, построил на всякий случай их 3. 2 на пристани и 2 в центре города. Ну и поставил одну, значит, одну еще квартиру возвожу. У меня тут вернулся с рейда непосредственно пираты и принесли мне как раз 2000 плюс еще что-то. Во, давайте посмотрим. А вот теперь посмотрим. Вы серьезно? Вы еще не успели даже построить? А кто-нибудь? Ну сюда кто? О, наконец кто-то все-таки пришел и. Ах, у меня пулемета нету. Шаш бы из пулемета, да? Так, а здесь? Извините, пожалуйста. А ты где? А, вот, бежи. Ох ты ж, откуда ты бежишь, ёптать. Слушай, ну сел бы ты на машину, а? Да, похоже мне, слушайте, мне от этого восстания, в общем, не избавиться. Да. Да, не успели, короче говоря, у меня здесь укомплектоваться мои бравые ребята. Я ничего не забыл. Откуда ты бежишь? Так, ну ты понятно, ты отсюда бежишь. Так, а ты откуда? Ух, ёптать, понятно. В общем, слушайте, они на самом деле
Так, стоять. Знаете, что мы им сейчас... А, здесь смысла нету. Здесь тоже, да. А, в общем, сейчас они пока здесь задержались, эти чудики. Хорошая работа, президента. Большое спасибо. Я считаю... Да, вот мне сейчас как раз 2000 очень пригодится. Так, и мы... И построим, давайте-ка... Сразу две казармы. Ой, точнее, две башни. И на казарму... Нет, на казарму мне не хватит. Угу. Сторожевая вышка. Атакует вражеские во время военных конфликтов. Некоторые враги могут раскрыть тайны. А, то есть это то же самое, да, получается? Только там образованные и здесь образованные. Здесь 500. Ага, здесь 1000. Ну, давайте еще таких поставим башенки. Я надеюсь, меня... Да, они все равно в эту сторону пойдут. А тут мы их сейчас встретим. Блин, куда бы тебя ее примкнуть-то, эту башенку-то, а? Нет, никак. Ну, ладно, давайте хотя бы здесь. Так, и... Высокая... Где у нас приоритеты? Сразу высокий приоритет. Здесь высокий приоритет. Давай, 250, сразу возводись, вот этот вот. Вот. И... Так, улучшать строение и превратить сторожевую... А, вот это из этого получается вот это деревянное, понятно. Сторожевые башни. Все, я понял, они вот в это превращают. А, на пулемет у нас не хватило. Ну, как всегда. Так, ну что ж, вот они, собственно говоря, да, снесли у меня, сволочи. Обломки восстановить за 600? Да, какой нафиг обломки сейчас восстанавливать, уже нет смысла. Ага, вот это они перестали, да? Вот, у нас бежит, ну-ка. Ну, убегай. Слушайте, а как-то он странно, да, бежит? Вот прям медленно бежит. О, отлично, слушайте. Мы вроде как заняли позицию. Так, вот еще у нас бежит один. Так, ага, и здесь. Ну, здесь у нас, кстати говоря, они здесь у нас отобьются. Это я помню. Ну, слушайте, довольно-таки неплохо. Башня пока у нас держится. Но не так, как хотелось бы, да. Вот это я не понял, это наш или не наш? По-моему, не наш. Так, интересно, а нас эти строители, вы сволочи, вы почему отдыхаете? У нас тут такая, блин, офигенно бойня идет, а они мне тут отдыхать легли. Давайте, держитесь.
Так, отлично, мы... Так, один отряд мы, в общем, завалили. Ну, скажем так, не шибко, да? Так, а вот этот как-то у нас... Так, этот пошел... Ага, он атакует здесь. Да и хрен с тобой, у меня там все равно никого нету. О, отлично, у нас сейчас... Так, денежки, денежки у нас появились. Так, этот сейчас бежит сюда, мы... Так, во, мы сейчас здесь. Быстрое строительство, быстрое строительство. Так, сюда мы пулемет. Так, восстанавливаем. На быстрое строительство нам. Или модернизацию. Вот, так, да. И давай быстро, вот, вот так вот. Все, слушайте, ну, сейчас у нас есть пулемет. А где пулемет? Почему ты не стреляешь пулеметом? Ну, знаете, такое... О, слушайте, у нас... О, и здесь у нас атакуют. Ну, ты вы молодцы, слушайте, успели. Мы успели. Мы успели там построиться. И теперь, я надеюсь, мы сейчас их завалим. Слушайте, а вот вы почему вот сидите в башне, но при этом... Так, куда ты стреляешь, а при этом ты не хочешь мне никого защищать. Ну, эти, да, видите, они уже... Важная важность. Высокая, точнее, важность. Если высокая важность, то сюда должны, по идее, отряды, да, вот отсюда. Ну, должен кто-то же бежать сюда. Но он не бежит. Странно. Так, а, у нас же, кстати, вот что. Так, хлопок. Я не помню, у меня хлопок. А у нас хлопок, кстати говоря, есть или нету? А что я вообще провожу? Я честно говоря, я даже не помню, что я выращиваю. Так, кофе, бананы. Кукуруза. Так, стой на паузу. Так, кукуруза, бананы, какао, угу, и все, да? Да, не густо, слушайте, бананы, но, блин, недостаточно средств. Молоко, ну давайте молоко, как раз с осью мы чуть-чуть подружимся. Хлопок. Да, ни хлопок, ни табака у нас нет. Тут сахар есть, но опять же, видите, нужно какие-то цены. Да, вот я не понимаю, почему я должен... недостаточно средств. Да что? То есть здесь даже не пишется, да, сколько я должен заплатить и за что я должен платить. То есть стандартная цена 2500, нет, но это относится к стоимости товара. Да, ну... Непонятно. Доски, доски. Ну, если честно, у нас доски не ахти как производятся, поэтому я не рискую их брать. Но, наверное, придется. Так. Кожа. Сколько? 3700. Да, и уже непосредственно сейчас время подошло уже. Нужно закругляться. А у меня тут только такое прям... Прям развернулось настоящее ледовое побоище. О, кстати, акула, прикиньте, здесь акула. У нас есть личная ручная акула. Она уже неоднократно ко мне приплывает.
потусуется и обратно уплывает. Ну, не знаю, зачем, может быть. А, скорее всего, она вот у пират, в пиратской бухте мне видать. Наверное, пираты где-то приручили ее. Вот, и взяли с собой. Все, я отбился? Серьезно? Еее! Слушайте, мы классно, мы постарались, мы... Так, идет ремонт, это хорошо. Да, мы выжили. Мы в этом неравной схватке победили. Где? Президенте, вам скучно. У вас нет прислужников, которого можно... Да, хорошо. А, это уже... Да, это старое у нас сообщение о том, что у нас тут несколько башен. Да, вот. Так что вот такие у нас получилось менторов. В общем, хреново все получилось. Но мы вышли победители из этой схватки. Вот. Так что спасибо вам за внимание. На сегодня все. Пока-пока. С вами был Маэстро Парти Радио. Если вы только попали на канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик, не забывайте. Если вы меня уже, как говорится, давно подписаны, ждите, как говорится, видосиков. Всем, ну, напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. И удачи, до встречи, увидимся, пока.